Григорий, ты как там? Нормуль? Все. Итак, напоминаю правила, чтобы не было у нас инсинуаций. При получении приза надо как-то доказать, что вы – это вы. Работает любой носитель информации. Права, паспорт, визитка, кредитная карточка, что угодно, где написано ваше имя и фамилия, которая совпадает с тем, что есть на экране. Нечем доказать, не вручаем. 3 секунды, нет отзыва в зале. Разыгрываем заново, да? Утверждаем такой план. Это значит, что нет реакции, а нужна реакция. Так, первый приз у нас от компании Tetis. Маска сфера X Aqualung. Новая. И тут целое у меня, кстати, описание есть. У нас вот появляется маска. Вот она у меня здесь, такая же маска на столе. Новая сфера X – это следующее поколение легендарной маски сферы, являющейся самой популярной маской для фридайвинга в мире. Легкая, с изогнутой геометрией линз и рамки, цветными силиконами, широкообзорная обновленная сфера X не оставит фридайверов и любителей плавания равнодушными. Уникальные изогнутые линзы обеспечивают 180-градусный панорамный обзор без искажений. Новый силиконовый обтюратор в сочетании с улучшенной геометрией рамки, а также система пряжи с микрорегулировкой. Вот главные особенности новой модели. Но на самом деле мы все понимаем, что маска, она что? Она должна сидеть. Да? Вот я расскажу вам свой случай, не называя бренда. Мы все являемся заложниками таких некоторых своих привязанностей. Я долгие годы нырял в одной и той же маске, потому что считал, что она самая удобная. А потом у меня маска, которая лежала резервная, и я почему-то в ней не нырял. Получилось так, что начал не нырять, и я подумал, зачем я 5 лет нырял в неудобной маске, когда у меня была новая офигенная маска, которая лучше, и я почему-то в ней не нырял. Вот я смотрю на эту маску, во-первых, реально очень-очень комфортный силикон. Во-вторых, вот эта вся вот история про обзорность, про панорамность, тут все это есть. И, видимо, микрообъемность, учитывая изогнутые стекла, тоже эта тема тут есть. Мне будет очень интересно, что тот человек, который выиграет, пожалуйста, напишите мне в редакцию журнала «Предельная глубина» или «Мир подводноходы» свои впечатления. Потому что, казалось бы, да, что уже в маске придумать? Уже дальше уже придумать нечего. Но есть нюансы. Реально очень прикольная маска. Кому нужна такая маска? Руку подняли. И кто в ней плавал, кстати, интересно? У кого-то был опыт уже плавания в такой маске? Нет, конечно, что это супер новинка. Мы просто супер хиты просто разыгрываем. Так. Отлично, барабанная дробь, погнали. Выбрать победителя. Нету, к сожалению, одни пузырики. Митиненко Ирина. Кстати, вот Митиненко Ирина, она будет плавать в расчудесной маске сферы X от Аквалунга. Вот мы сейчас поговорим. Вот, смотрите, Ирина, здравствуйте, вы фридайвер? Нет. Почему вы выбрали на терминале призы для фридайвера? Что нечего? Там 3 варианта. Подводная охота, дайвинг, фридайвинг. Я ничем не занимаюсь. Вы просто ничем не занимаетесь и решили хоть чем-то заняться. Так, смотрите. А вы знаете, как определить, хорошая маска или нет? Тайна простая. Нет. Вот берете, и если она у вас как минимум прилипает к лицу и не падает, значит она хорошая. Попробуйте. У вас что, лицо не подходящее под маску? Еще раз попробуйте. Так, вам нужно настраивать. Я поздравляю вас. Используйте ее по назначению. Кстати, вы выиграли чехол. Чехол выиграли тоже. Ну что, чехол для этой маски? Он по цене маски практически. Да, и вот сейчас вот у нас Григорий делает радостные фотографии. О, точно, Ирина, кстати, а вы Ирина вообще? Правильно, что спокойно. Сейчас мы сфотографируем Ирину. Документы покажите, пожалуйста. Что-то я разошелся вообще. Вот бдительные люди в зале собрались. Сейчас она выберет какой-нибудь документ. Так. Все четко, теперь это вы. Теперь я вам отдал уже законный приз. А то случаи бывали у нас, знаете? Да.
Так, показываем камеру, маску и улыбаемся. Так, хорошо. Следующий приз. Ого! Кстати, вот следующий приз, это прям важняк. Скорпен выезжает сюда со всей историей. Фридайвинг выезжает сюда на центр. Все знают, что скорпеновцы запустили фридайверскую линейку. Не все знают, а я вам скажу. Соль простая. Сделать что-то комфортное, с чего можно стартануть у фридайвинга, чтобы это стоило не лютых денег. Ребята уверяют, что они упаковали комплект костюм ласты, маска, трубка, пояс. В общем, все в двадцатку, короче. Вообще полный фридайвер за двадцатку. Мне кажется, это нормально. Да, отдаю микрофон. Давайте, ребята. Нет, сначала вы рассказываете. Значит, рассказывает кто? Александр Виноградов, правильно понимаю? Давайте. Александр Виноградов и Юлия Марьевич. Победителю сегодняшнего розыгрыша мы вручим костюм, монокостюм для бассейна, сделанный из 1,5-миллиметрового неопрена, для того, чтобы комфортно начать свои занятия фридайвингом в бассейне, ну и на самом деле под другие водные виды спорта это тоже подойдет. Для ныряния в открытой воде в каком-нибудь теплом море тоже. Костюм с молнией на спине, застежкой-липучкой, будет хорошим подспорьем для вашего старта. Ну, а если вы через какое-то время захотите двигаться дальше, то этот костюм все равно останется в вашем арсенале как средство утеплиться для плавания в открытой воде, покататься на водном мотоцикле. Ну и опять же, это один из костюмов из новой линейки Скорпена Апнея. Как Георгий уже сказал, это новая линейка, цель которой сделать начало фридайвинга, начало занятий по фридайвингу доступным. Там есть и ласты, костюмы для открытой воды, костюмы для бассейна, различные маски популярных форм, грузы, пояса, сумки и так далее. И как уже было упомянуто, базовый комплект для начала будет стоить в районе 20 тысяч рублей, но про это мы уже расскажем, видимо, завтра на презентации этой коллекции более подробно. Кстати, завтра день фридайвинга, и там будет отдельное мероприятие. Вот, те, кто в теме, должны обязательно прийти и послушать нюансы. Сейчас поползут пузырики, и мы узнаем, кто начнет покорять просторы океанов, морей и рек в скорпеновском костюме. Алексей Молчанов подсказывает. Так. Хайрутдинова Фания. Ого! Так. Я вижу вас. Да. И вот опытный человек ищет документы. Потому что зачем бежать сюда, потом обратно бежать опять за документами. Все рады. Да, да. Кстати, вот мне подсказывает фотограф Григорий, чтобы ему было хорошо фотографировать, надо дать в руки, подержать приз. Вот сюда, тут, вот на центр. Да. Вот выходим. Так, вот сюда идем, вот сюда, вот направо с манекеном движемся. Нет, пока мы вам не даем, я еще паспорт не проверил у вас. Ну точно, все четко. Так, вы фридайвер, конечно. Да. Мечтали именно о таком костюме? Конечно. Давно? С сегодняшнего дня. Хорошо. Какие ваши ТТХ? Как ныряем? Глубина, задержка дыхания? Всегда по-разному. Не надо этих общих слов. Конкретно, где крайний раз ныряли последний и на какую глубину сквозь задержки дыхания? Велели ничего не говорить. Так, это какая-то пошла странная игра. Хорошо, ладно, приз в любом случае ваш. Смотрите, как делаем. Берем. Обнимаем приз, обнимашки, фотографируемся. Держите? Сможете держать? Давайте, держите. И улыбка, без сомнения, отлично. Так. А вот то, что на голове, что это у него тоже входит в турпакет? Маска. Нет, это не входит, наверное. Так, убирайте обратно. Так, эту штуку вам выдадут на стенде Скорпены. Пожалуйста, занимайте свое место. Мы вас запомнили, ребята запомнили. Приходите забирать свой приз. Ура! Аплодисменты. Спасибо, Скорпене. Так. Знаменитая компания Discus нам подогнала для фридайверов Stalker компьютер.
Сарган, компьютер Сарган, ты подводный охот фридайвинга, Сталкер 100 МТ. Оранжевые кнопки, что характерно. Вот такой прекрасный приборчик вместе с коробкой. Так, давайте запустим пузырики. Жаров Андрей будет теперь знать, сколько времени, какая глубина, сколько было внутри воды, сколько было над водой. Но нету Андрея. И приз, что мы будем разыгрывать снова, то видите, Андрей, есть или нету? Или есть? Есть. А если он не сможет там пробраться в течение ближайших 11 секунд, А мы, кстати, не встречались, мне кажется, с вами уже разговаривали сегодня. Зачастили к нам на сцену. Ну, все четко. Давайте я вам вручу ваш заслуженный приз. Смотрите, да, вот здесь у вас будет два компьютера. Сунуты на одну руки, Сарган на другой. Клевое придумал. Дублирование системы. Аплодисменты, Григорий делает суперкадр. Так, и пока Григорий делает суперкадр, я могу сказать, что следующее прямо какое-то супер необычное у нас приз. Такого точно, мне кажется, не было в истории. Знаете, что будем разыгрывать? Путешествие на яхте по Мальдивам для фридайвера. Вообще, кому надо? Вообще все. Нет, вот когда я спрашивал, кто планирует отдохнуть за границей, никто. А когда я говорю, вот, кто планирует на яхте на Мальдивах, всем. Отлично. Хорошо. Dive Club, Dive Together нам такую штуку организовал. Значит, про Maldive. Это у ребят хороший, прекрасный стенд. Зайдите, обсудите нюансы, выберите все путешествия. И вот один счастливчик, он отправится на недельку отдохнуть на Мальдивы. Стенд C114 у ребят. Много интересных программ, а сейчас пошли пузырики. Все затаили дыхание. Сенка Марина. Просто затаим шоу. В сторону Мальдив отправляется. Конечно, нужно, потому что я жду, где же, что мне расскажет. Давайте. Так, и Dive Together рассказывает. В чем нюансы? Так, ждем Марину. Марина здесь. Ребята, разыгрываем интересное путешествие по Мальдивам. Супер, поздравляем Марину. Вы будете нравиться сапнурами, с катами, черепахами. Проверяем. Ребят, посмотрите на экран. Манты, китовые акулы. Сейчас увидите Ирину Британову, наверное, все знают эту подводную модель. Марина, мы поздравляем вас, дарим вам путешествие на яхте. Вы можете выбрать любую неделю из нашего расписания. Пожалуйста, подойдите на наш стенд C1134, мы выдадим вам расписание. Вы выберете любую неделю. А ко всем остальным ребятам я тоже приглашаю вас на наш стенд. Мы подарим любому человеку скидку $100, если вы оставите свой телефон. Поздравляю! Берем штуковину, идем к Григорию. Делаем красивый кадр. Я большое вас благодарю, большое спасибо. Значит, друзья, не забываем заглянуть, потому что отдых нужно планировать заранее. Так. Пока Григорий пристреливает фотоаппарат, только с улыбками, только счастье. Так, хорошо. Следующий у нас набор гелевых мешков 2, 3,5 литров от компании Okdive. Okdive здесь, мешки здесь. Хорошо, да? Так, где у нас микрофоны? Раз. Тоже работает. Диана, давай, расскажи, что, зачем, а я пока скажу, что мы начали розыгрыш. Я думаю, это незаменимая вещь в любом спорте, особенно водном. И в спорте, и в отдыхе пригодится и фридайверу, и дайверу, и подводному охотнику, и даже просто отдыхающему на воде.
вещь, незаменимая, разных объемов. Приглашаю также всех на наш стенд D5.1 в центре зала. Там очень много всего интересного. Мы вас ждем, мы рады. Приходите посмотреть, что еще у нас есть полезного для вас. А я себя добавлю, закрытую информацию. Огдайв — это наши питерские ребята. Они совсем не хотят тяжесть носить с выставки, поэтому приходите сметать все с их полок. Вот. Правильно я формулирую мысль? Совершенно верно. Так, пузырики пошли волшебные. Тетмукова Светлана. Три зашипенских таких гермомешка от Огдайва. Есть у нас? Махните рукой, если есть. Есть. Просто ее не пускают. Остальные завистливые люди выставляют ноги в проход. Вот, делают все, чтобы человек не смог получить свой приз. Вот. Уже с документами люди пошли. Заранее. Так. Ну что там происходит? Хоть бы один человек пытался обмануть. Нет, опять. Все сходится. Скажите, пожалуйста, какого цвета ваш гермомешок сегодня? Красный. Красный. Но желтого и синего не было. Ну, я вижу, насколько вы ошарашены, что теперь у вас есть три гермомешка от Огдайва, да? Отлично. Мы вас поздравляем. Идем фотографироваться. Поздравляем. Дальше. Желаем, вот, чтобы ваше увлечение было еще и комфортным. Вот. Все держим в сухости. Все, что нужно взять в сухости. Но Огдайв, спасибо, Огдайв. Продолжаем работу. Так, Григорий работает, а мы дальше двигаемся. Дайв Груз. Наши постоянные друзья, которые грузят нас всем красивым и грузовым. И сейчас такой модульный шейный груз фридайвера. Ого-го! Вес 2 килограмма 450 грамм. Обрезиненный, кайфовый такой. Модульный шейный груз фридайвера. Так называемый шейный фридайвер. Новейшая разработка нашей команды. На сегодняшний день он состоит из 4 разборных модулей. 2 килограмма плюс 250 грамм, плюс 100 грамм, плюс 100 грамм. В ближайшей перспективе к такой основе можно будет докупить съемный модульный хвост и дополнительные съемные модули другого веса. Шейный груз проектируем таким образом, чтобы он был анатомически удобен и при этом не мешал дышать спортсмену. А, кстати, а кто в жизни уже реально ныряет с шейным грузом? Поднимите руки. Кто перешел уже вот в такой, в экипированный фридайвинг. Не так много. Но думают многие, наверное, даже, наверное, пора шейный груз купить, чтобы как-то уже нырять по-человечески. Так, хорошо. И пошли пузырики. И от дайв-груза модульный шейный груз фридайвера. Затеев Александр. Ходил без ошейника, но сейчас жизнь резко изменилась. Сейчас человек с ошейником — это не человек без ошейника. Другой человек. Вот, я даже вижу, что нет у него ошейника. Вот идет вообще абсолютно неукомплектованный. Так. Сначала, прежде чем радоваться, я вас проверю. Ну все, четко. Думали ли вы, когда ехали на выставку, что вы вот с этой штукой обратно вернетесь? Ну, она у вас есть вообще в арсенале? Нет. Ну, вы будете ее использовать? Честно? Я постараюсь. Проверим, пишите, пожалуйста, нам отзывы, хорошо? Так, дай груз ваш, прикиньте, как он у вас сядет. Ну как это? Ну, с другой стороны, так упадет. Вот, вот. Ну вот на вас просто спроектировали, да? Вещь? Ну все. Так, Григорий работает, отлично. Аплодисменты, все же рады, что ты выиграл. Вот. Так, дайв-центр Садко. Сертификат на услуги дайв-центра Садко эквивалентом 200 евро. Очень сложный приз, мне трижды объясняли, как он выглядит. Лучше Надежда сама расскажет. Аплодисменты нашим в Египте. Друзья, Египет открыт для всех, а дайв-центр Садко открыт для вас, для каждого. И для дайверов, и для фридайверов, и для семей с детьми. К нам можно приехать, можно на яхте заниматься фридайвингом, дайвингом, пробовать и то, и другое. Это сертификат на 200 евро на любые услуги дайв-центра Садко. Вот. Для фридайверов он тоже подойдет, потому что можно 10 дней провести на яхте в режиме дейли.
Я расскажу подробнее на стенде. Наш стенд А51. Пожалуйста, подходите после того, как победитель, счастливчик, получит сертификат. Ну что, поехали? Насколько я понимаю, концепция такая. Корабль выходит на дейли, и можно присоединиться просто фридайверу, каждый раз выходить, заниматься фридайвингом, таким образом, соответственно, отнырять свою программу за 10 дней вместе с дейли-выходами. Да, все верно. Это 10 дней в море. Так, всем же нужно тоже так вот в Египте немножко иметь какую-то основу, да? Кто хочет так нырнуть в Египте? Все хотят, это ура! Хорошо. Вы всех запомнили? Все, пузырики погнали. Рочника Никита. Никита? Будет абсолютно на халяву выходить с 10 дней на дейли дайвинг, на дейли фридайвинг. Садко. Никита, раз. Никита, раз. Никита, два. Раз. Ну что, заблокировали Никитку? Не дают ему даже махнуть рукой. Ну что, если Никита в зале. Переразыгрываем? Да, сказали добрые люди, конечно. Ну все, жалко Никиту. Пошел человек на секундочку буквально, отвлекся, и приз в нем пролетел. Пузырики поехали. У тебя нормально. Чистякова Татьяна. Все четко. Уж Татьяна точно на месте. Да? Вот. Вот. Татьяна даже торжественно нарядилась для того, чтобы получать этот приз. Просто чувствовала. Добрый день, Татьяна. Да, хорошо. Собирались в Египет? Нет. А вот надо теперь ехать. Мы вас поздравляем. Так, берите, пожалуйста, что? Ой, какая маленькая штука. Надо же было большую распечатывать. Ой. Идите вот Григорию. Григорию, идите фотографироваться. Так, аплодисменты. Садко, спасибо большое. Так. И финальный приз. Финальный приз у фридайверов от бренда Молчанов. Кто бы сделал этот бренд, интересно? Какое-то созвучное имя. Карбоновые биласты Молчанов. CB2 карбон. Размер, правда, только 32. Вот, ограничение написано. Вот. Других у нас нету, потому что вот последняя усиленная модель, которая была на складе. А это по другой написано, извини, пожалуйста, Алексей. Наоборот, написано, что офигенное второе поколение победоносных карбоновых ласт. Рассказывай. Размер любой. Посмотрите, это ласты, которые делали, все рекорды мира сейчас поставлены. Глубинные у мужчин и у девушек. В которых, ну, в принципе, можно на любую ногу сделать, можно сказать, кастомный заказ. Тут у нас, кто еще не знаком с этими ластами, есть супинаторы внутри для поддержки свода стопы, мягкое внутри, такое неопрен изнутри, который дает такое ощущение комфорта. Поэтому тут это хоть ласты рекордные, но они очень комфортные. Поэтому кто хотел нырять далеко, глубоко, но с комфортом, то кому-то повезет. Алексей, сколько они стоят? А, хороший вопрос. Хотя бы примерно. Я в евро помню, 640, по-моему. Ну, 640 евро всего приз стоит. Да. Вот. В общем, такой нормальный себе приз. Спасибо. Спасибо, Алексей. Запускаем пузыри, да? О, Коростелева Ольга. Сейчас посмотрим. А, есть. Есть. Да? Точно? Где ты видишь? Вот я вижу динамику, да. Но паспорта пока я не вижу в руках, поэтому еще не решено. Вот мне подарили кредитную карточку таким образом. Спасибо. Ольга, поговорите с Алексеем про фридайвинг. С Алексеем, с чемпионом. Уже фридайвер? Да. Вот как совпало. А мог бы быть и не фридайвер, в принципе, да? Ну, вот. У меня еще путь впереди, поэтому хорошо. Я только начинающий. Поздравляю. Спасибо. Будете это осваивать. Для меня это честь. Спасибо. Фотография Алексей лично вручает Григорий. Фотографирует, идем на центр. Отлично.
Фу, одолели мы фридайверов, уже легче стало мне. Следующие у нас дайверы, блин, это плохо. Это плохо, там много опять. Ну ладно, что делать, работа есть работа. Сейчас закончатся фотографические сессии, и мы начнем дайверские призы. Алексей, удачи тебе, спасибо. Аплодисменты мы провожаем всех, кто вручал, всех, кто получал. Итак, первый приз предоставляет нам Алтайский заповедник дайв-центр Зазеркалье. Это сертификат на 3 дня погружения на Терецком озере. Кто был на Терецком озере? Да, есть большой потенциал у Терецкого озера. Кто знает, где находится Терецкое озеро? Уже лучше. Кто не знает, где находится Терецкое озеро? Зашибись. Да, хорошо. Значит, будем об этом писать чаще. Товарищи, это Алтай. Значит, и я передаю микрофон кому? Роману передаю я микрофон. Роман, рассказывайте. Алтайский заповедник – первый и пока единственный заповедник в России, который развивает и поддерживает дайвинг на Телецком озере. Телецкое озеро – уникальный водоем, 40 кубических километров темной, холодной и прозрачной воды. Ждет победителя. Бомба. Так, уже я тоже хочу туда поехать, возьму его, да и все. Вот. Значит, давайте пузыри, вот, и кто-то отправится в это совершенно сногсшибательное путешествие 3 дня поныряет. Это Марченко Антон. Марченко Антон думал провести лето на даче, но не сложилось. Надо ему ехать на Терецкое озеро. Вот, улыбка на лице, паспорт в руках, все, что мы любим. Ну, все четко. Антон, когда вы последний раз были на Телецком озере? Да никогда. Вот будете. Значит, обещайте съездить и нам написать, ладно? Хорошо. Четко забились, да? Да, договорились. Обручаем, Роман? Теперь вы просто обязаны приехать. Да, фотографии. Сейчас Роман тоже идет фотографироваться. А аплодисменты, друзья, давайте исследовать нашу страну. Она прекрасна, абсолютно. Я вообще не был в Терецком, тоже хочу. Вот, следующий у нас приз предоставил дайв-центр «Студия дайвинга». Это сертификат на бесплатное прохождение курса «Enriched Air Diver Party». Курс погружения на обогащенном воздухе «Найтрексе» включает теоретическое занятие, практическое занятие по анализу газов и планирование погружений на обогащенном воздухе. После окончания курса выдается сертификат «Party». Вот так вот. B74 у ребят стенд, и вот он, сертификат у меня в руках. Погнали! Масенко Олег. Вот, имел 48 других сертификатов, а сейчас будет иметь еще и этот. Потому что везет. Потому что надо учиться, не останавливаться на достигнутом. Сейчас мы узнаем, какие у Олега сертификации есть. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Сертификат у меня уже есть. Это очень хорошо, значит, ребята вам предложат что-то еще более лучшее. Ну все, все четко. Ну вот не надо быть таким нерадостным, это уже есть. Смотрите, будет два, что вы, в конце концов. Так, идите фотографироваться. Спасибо, что были с нами. Так. Следующий у нас Сергей Смардаев. Так, серьезная игра пошла. Жилет для сухого гидрокостюма с электрообогревом. То, про что сейчас все обсуждают, наши журналы пишут. И вот Сергей Гарпенюк принес свой прекрасный жилет. И сейчас кратенько на 48 минут расскажет про него. 47. Приз наставлен на выборы, вот кто сейчас победит, для кого, для мальчика, для девочки. У нас есть три варианта цветов. Есть такой вот коралловый или фуксия, и серенький, и вот там вот на заднем плане стоит оранжевенький. Мы запустили в серию производства системы электрообогрева, аккумуляторные канистры, система термовода, жилеты, электрические перчатки, электрические носки, и через пару месяцев будет целиковая электрическая поддёва. Чтобы вам при погружении под воду было тепло и комфортно, самое главное. Скоро будут электрические люди.
и нам даже нырять не надо будет. Они одели электрические жилеты и нырнули, а мы только смотрим, что они там нырнули, да? По телевизору. Конечно. Вот. Ну что, пошли пузыри. Касьянова Анна теперь ныряет в тепле. Мерзла, терпела всякие лишения. Что только не надевала. Варежки, свитера, водолазка. Ничего не помогало. И вот теперь все. Инновационные технологии приходят нам на помощь, да? Вот после этого я говорю, что организаторы не подыгрывают, да? Просто Анна, это жена моего студента. Рустама Хасенова, который замечательный инструктор, вот он стоит. А так у вас все по-честному. Просто там в компьютере все четко уже, да. Заранее. Поэтому ничего необычного нет. Но паспорт мы должны проверить, да? Вот, все четко, да. Какой цвет выбираешь? Фукси. Отлично, получите. Так, ну у вас такого уже не было, надеюсь? Нет, не было. Ну, хотели. Я вас поздравляю. Сергей, идите фотографироваться. Оставьте микрофон нам. Он вам не нужен. Так, аплодисменты. Отличный приз, согласитесь, да? Теперь не то, что где-то там что-то купили, перепродали, а Сергей взял и сам сделал. Вот, хорошая вещь. Так. Следующий приз у нас. White Whale. Компактный подводный фонарь. LED One Mini. Аммонит. Да? Я вам даю тогда микрофон. Расскажите про него. Добрый вечер. Фонарь классический бэкап, надежный максимально до 200 метров. Джуи дайверы в Польше используют только его и кайфуют. Поэтому самое главное — надежность, мощность и безопасность. Время работы? Время работы зависит от качества батареи. На батарее две штучки CR123, самые популярные, которые могут использоваться в любом оборудовании стола. Спасибо большое, мы ждем пузыриков. Коршунов Евгений. Да. Видно Евгения, нет? Евгений, махните рукой. Тишина, да? Нет Евгения, нету Евгения. Раз, нету Евгения, два. Нету Евгения, три. Пузыри погнали снова. Рубанов Борис. А Рубанов Борис есть у нас? Есть, есть. Так, кстати, я пока скажу, на стенд B71 с фонарями там должны идти все. Здравствуйте, Борис. За любым светом и термоподогревом, ну, тоже к нам. Ну, класс. Ну, фонарь-то вещь нужная, да? Лишней не будет. Удачи вам в погружениях. Идите фотографироваться, только без пакета надо вытащить его. Все вместе идут, так, микрофон оставляют. Хорошо. Компания Discus нам дает гермосумку Sargan Avar 1050. Черная, с клапаном слива. Тоже вещь незаменимая. Положили мокрую снарягу, потом все это слили через клапан. Легкая, кстати, очень. Очень легкая, прям вообще невесомая. Да блин, ну что, может я тороплюсь. Хорошо. Так, кстати, да, вот с сумками у нас постоянно проблема в том, что они тяжелые все, да, заразы, большие эти сумки, весят как пол багажа. И каждый раз думаешь, как же так сделать? Вот эта сумка, мне кажется, она весит, ну, до килограмма, реально. Прямо классная. Вот. Итак, давайте разыграем сумочку от Дискуса. Пузырики поехали. Чекалин Максим ходил с пластилиновым пакетом, под мышкой все носил. А его еще и нету. Вообще ушел. Все тогда. Заново все. Пузырики. Фролов Вячеслав. Тут мы попали в цель, нет? Молодчик, это вы? Здорово. Вот, откуда?
Откуда ты взял куртку, кстати? Явно не его размер. Да. Фролов, да. Смотрите, вот действительно, вот взвесьте, скажите, что я не вру. Сколько она весит? Ну, меньше. Класс. Будете использовать. Я вас поздравляю. Фотосессия. Так. Что же дальше? Ага. Сейчас будет у нас фотосессия. Что такое там происходит? Куртку взяли, так. И пока мы ждем, сюда потихонечку приз приехал. Нет, это не то, что... А вот то, что нам надо, да? Вот это, да? Вот то, что нам надо. Ага. Так, так, такушки. Так, товарищи. Переходим к призу от Dive Industry. Это подводный компьютер с Кубопро Аладдин Спорт Матрикс. Поднимите руки, кому не надо, пожалуйста, сразу же облегчите нам розыгрыш. А кому надо, поднимите, пожалуйста, руки. Вот точно надо, да, все? Хорошая вещь. Так, металлическая передняя панель. Модульное крепление, которое позволяет использовать компьютер с наручным ремешком в качестве консольного элемента или вместе с эластичным шнуром в качестве крепления, большие кнопки и невероятный дисплей. Все это делает Aladdin Sport Matrix одним из самых удобных компьютеров для дайвинга. Технические характеристики, три режима. Декомпрессиметр, фридайвинг, режим измерителя глубины и времени, количество газовых смесей, альтиметр, цифровой компас, активная подсветка и там еще миллион разных всяких блютусов и все прочего. Но есть один нюанс, глубже чем 120 метров с ним нырять нельзя. Поэтому нужно себя как-то держать в руках. Вот, останавливать, и вот 120 метров это потолок. Поэтому если хочется глубже, давайте что-нибудь более серьезное себе ищите. А так до 120 метров все вопросы закрываются. Так, хорошо, не будем тянуть время. Давайте от Dive Industry с Кубопро Aladdin Sport Max. Максим, сегодня день такой сумбурный. Ну, в общем, я не знаю, что вам сказать, но все проголосовали, что вас нет в зале. Извините. Ну, не расстраивайтесь. Может быть, сейчас еще выйдете. Так, отлично. И теперь пошли пузыри. Галиаскарова Татьяна забирает вот этот офигенный компьютерище. Жалко, нет ее в зале. Я так шучу, так подгоняю таким образом, чтобы скорость была крейсерская. Так. Хотя сейчас я вижу, что ни одного компьютера пока нет на руке у Татьяны. Или есть? Татьяна, отлично. Татьяна, вы рады? Очень! Вот! Вот так надо говорить! Радостно надо говорить. У меня такой сертификат уже есть, зачем мне дали все это? Нет, надо говорить нормально. Хороший приз. Хочу такой приз, все. Я поздравляю вас. Фотография. Григорий, какой ты веки человек улыбается. Сделайте красиво, пожалуйста. И аплодисменты, товарищи. Все же счастливы за Татьяну. Какой хороший день. Пришла на выставку, с компьютером уходит. Так. И вот, следующий у нас приз. Вот он, да, вот он, приз. Очень-очень классная штуковина. Вот, мы про это в журнале уже писали. Это Дюслейт, да, это записывалка дайвера, планшет подводный. Я дам Евгению для того, чтобы он сам все это рассказал. Да, всем добрый вечер. Это подводный электронный слейт для дайвинга, предназначен заменить традиционные пластиковые слейты. Позволяет очень быстро писать, с любой степенью детализации на жидкокристаллическом экране, который высококонтрастный, прекрасно все видно под водой. Журнал уже протестировал, может подтвердить. Штука работает, очень удобная. Работает от батарейки 1632, примерно на год работы хватает. И действительно позволяет обмениваться сообщениями, делать какие-то рисунки, проводить брифинги перед погружением и даже во время погружения. Работает на глубине до 60 метров. Пожалуйста, стенд на выставке есть, подходите, пробуйте, тестируйте.
и время пузырей. И пока давайте посмотрим, да, не надо выключать, вот зря, вот давайте посмотрим, да, вот как все это работает. То есть берете, записываете, дальше там одна кнопочка сброс, написали же, сбросили, вот, и под водой очень визитно контрастно и ярко все выглядит. И главное, что эта штука российская разработка и стоит не адских денег. Да, сколько она стоит? А на выставке 4280 рублей. 4280 рублей за такое счастье коммуникации. Я считаю, что это вообще отлично. Кстати, подводные фотографы первые оценили, потому что можно заранее зарисовывать, например, сюжет съемки или обмениваться со своим бадди идеей рисовать схему, где кто находится, для того, чтобы правильно выстраивать схему расположения в кадре. Вот. Ну и, соответственно, понятно, что любые варианты обмена сообщениями, когда у человека есть услейт, вот так. Нужная вещь, короче, ребята. Ну и да, и последнее, большой плюс, полное отсутствие кнопок. Работает стирание от магнита. Соответственно, нигде не заедает, не западает, глубина никак не влияет на работоспособность. Хорошая штука. И наши делают. Вообще аплодисменты. Так, давайте, пузырики теперь пошли наконец-то. Дежкина Елена. Может, нет Елены еще? Нет, есть. Все. Мы просто обсуждаем, что чехольчик красивый такой. Как называется правильный цвет? Бирюзовый. Бирюзовый чехольчик еще, кстати. Ну, Елена, ну точно же у вас такой штуковины не было еще? Точно нет, очень классно. Ну, вот я так думаю. Вот. Не так, конечно, вы искрометно радуетесь, как предыдущий наш победитель, но тоже радуетесь, это хорошо. Идем фотографироваться все вместе туда, а я пока готовлюсь к следующему. Так. Сейчас, быстренько. Ну вот, Григорий. Отлично, да. Вот он мне приготовил тоже все. Хорошо. Спасибо, аплодисменты. Так, компания Tetis. Маска Apex VX1. Вот она. Офигенная маска в офигенном чехле. Значит, что про нее написано? Техническая маска премиум класса. Значит что? Значит, дорогая. Изготовленная по технологии Frameless из хирургического силикона. Высочайшего качества. Компактная и легкая. Она обеспечит великолепный обзор и непревзойденный уровень комфорта. Безрамная конструкция с применением технологии микромаск, регулируемая одним прикосновением пряжки. Натяжение ремешка легко и удобно регулировать даже в толстых перчатках. Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. Я когда читаю, кстати говоря, про технологию улучшенного прилегания, например, Advanced Fit, я не понимаю, почему нельзя все маски делать с технологией улучшенного прилегания? Зачем делать маски с технологией плохого прилегания, например? Мне кажется, надо все просто, всех обязать, производителей масок, делать обязательно с технологией хорошего прилегания. Кто за? Вот, единогласно. Я считаю, надо писать коллективное письмо уже. Вот, но эта вот маска как раз с этой технологией прилегания. Плотное комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора. 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте. Ультрапрозрачные линзы с защитой от ультрафиолета. Вот такая вот красота в прекрасном вот таком чехле. Вот, значит, давайте. Выбор победителя. Миронов Андрей. Миронов Андрей, если вы есть, надо, чтобы вы про себя как-то просигнализировали. Иначе мы не будем считать, что вы есть в зале. Сразу же несколько людей идут. Кстати, у нас, помните, был случай, когда сразу два человека с одним и тем же именем и фамилией пришло, да? Вот был замес у нас. Я не помню, как мы разобрались. А это вообще не вы, что ли? Это вы, Миронов Андрей? Просто такой круг закладываете. Хорошо. Документы. Можно просто $100? Не обязательно документы. Андрей. Это грандиозно. Смотрите, действительно, вот маска хороша. Хороша маска, смотрите.
Прекрасный Аймат. Будете нырять? Обязательно. Я вам верю. Идите фотографироваться, пожалуйста. Я вас поздравляю. Ура! Так. Ага. Ну, сейчас у меня другое написано. А, вот, да, точно, золото. Григорий, кто не улыбается, ты призы забирай, и потом мы будем разбираться уже дальше. Потому что невозможно это все. Вот. Улыбки там есть, я просто не вижу. Да? Хорошо, спасибо. Так, аплодисменты звучат. И вот у нас дайв-центр Садко опять. Сертификат на бесплатное участие в дайв-сафари по Красному морю. 6 дней сафари. Значит, 6 дней. Правда, на верхней палубе без питания и с доплатой написано. Странно. Что это значит? Надежда, вам. Так, Георгий, сходили бы с нами хоть один раз, узнали бы, что это значит. Вот. Добрый день, друзья, еще раз. Кто хочет на сафари? Ура! Кто-то из вас обязательно попадет. Мы будем рады вас видеть. Давайте узнаем победителя. Примерно так это все выглядит. Станислав. Станислав. 6 дней релакса. В каюте, с питанием, с дайвингом. Жалко нет Станислава. Есть Станислав. Он есть? Идет, Станислав. Вот идет. Я такой яркий. Маску хотел Станислав, а выиграл сафари. Ё-моё. Да. Станислав, давайте документы. Все, четко. Станислав, на 6 дней в Египет. Нормальная история, да? Можно попасть на любое сафари, на которое есть места. На нашем сайте sadko.de есть расписание сафари. Вы можете посмотреть, выбрать с мая по декабрь любое сафари. Если есть места, оно ваше. Вот. У нас очень много предложений на юг, на дальний юг, на север. Все, что угодно, какой угодно маршрут. Все для вас. Ура! Фотографируемся. Сейчас подойдите на стенд А5, дробь 1. Спасибо большое. Так, фотографическая сессия. И вот, готовится у нас как раз. Да-да. Так, выдвигаем. Выдвигаем товары. Товары выдвигаем. Так, вот выезжает сюда манекен. Так, товар, чек. Да-да-да. Спасибо большое. Так, товарищи, у нас следующий приз. Это дайверская линейка Скорпены. Костюм Майорка 5 мм. И Володя Докучаев, который у нас... мультипрофессиональный человек, который умеет все под водой, расскажет вкратце. Добрый день. Я занимаюсь подводной охотой, в общем-то, моя работа дайвинг, я инструктор по дайвингу, и, имея личные связи со фирмой Скорпена, попросил, ну хватит уже обижать дайверов, мы выпуская хорошие костюмы для подводных охотников, с хорошим необычным, сделайте нормальный костюм, бюджетный, для дайверов. И вот, наконец, сбылась наша мечта. Вышел вот этот вот костюм в 5-7-литровых экземплярах, который достаточно грамотно сделан для дайвинга. Я сам в нем ныряю, не только в Красном море, но и у нас тут, потому что есть и 7-миллиметровый костюм. Вот. Поэтому тому, кому достанется этот приз, если он еще занимается дайвингом, просто повезло. Если не занимается, тогда придется учиться дайвингу, потому что я считаю, что такой костюм для дайверов это подарок. Отлично, Владимир, лучше не скажешь. Я так не думал. Ну так все будет. Хорошо, пошли пузыри. Ну я искренне. Да, вот. И сейчас будем вручать. Никуда не уходим. А пока, кстати говоря, такое вот идет пузырики, Попов Борис пока стремится.
Жень, чтобы публика понимала, сколько стоит такой костюм, если его купить в магазине? Да, Володь, скажи, сколько? Ну, примерно 11 600 рублей. Без всяких скидок там и прочее. Нам не кажется, 11 тысяч совершенно либерально, да, с пятеркой? Не то слово, да. Это очень бюджетно. Товарищи, а Борис, где у нас? Я не понял. Есть или не есть? Короче, раз, два, три, нет, Борис, и все. Крутим пузыри. Да, делим пополам. Да, эти костюмы есть как женские, так и мужские. И женский костюмчик, кстати, достаточно хорошие разделочки. Абраменко, Марина. Так, как раз, видишь, ты угадал, сказав, что есть еще и женские модели. Да. Но, к сожалению, мы разыгрываем именно этот. Марина вынуждена будет носить именно этот костюм. Ничего, у меня есть муж, сказала Марина, потому что надо выходить из ситуации как-то. Да. Документы есть, муж есть, вообще все налажено. Ну, сейчас проверим, кстати, говорят его. Да, есть. Так, отлично. Костюм, класс, да? Вот, и Владимир несет приз Григорию фотографироваться. Так, а все знают, да, что у Скорпена там мегамаркет, вот, и они тоже, кстати, питерские, и тоже, наверное, не захотят тащить всю эту штуку непроданную, поэтому надо пойти и по выставочным ценам опорожнить им склады. Потому что когда еще они привезут столько такое изобилие к нам? Я правильно выражаю свои мысли и идеи? Да, опыт гарантируют, ребята. Вот. Кстати, вот когда вот мы разговаривали про костюм, демократичные цены, как-то все так слушали. А кто считает, что 11600 это хорошая цена? А кто считает, что все равно дороговато? Да, хорошо. Ничего не понятно, но поговорили с залом зато. Значит, и что тут у нас опять? Опять Окдайв. Так, ласты, Окдайв, кватро для рекреационного дайвинга. Современная версия непревзойденной классики рекреационных ласт Марс Авантик Кватро. Вот такая вот штуковина, да? Так, Диана, опять у нас все это дело будет звучать. Да, отдаю микрофончик. С удовольствием вручу непревзойденную классику, но выполненную из моноприена. Это материал, который не имеет эффекта памяти, удлиненный тоннельный эффект. В общем, мечта дайвера, пожалуйста. Сейчас по супер скидке специально для выставки стоит 8900. Хороший подарок. Вот давайте про ласты. 8900 норм цена? Мне не разделились. Ну что опять? Нет. Это самые лучшие. Нормальная цена. Надо брать. Так, все. В разных цветах и размерах. В разных цветах, кстати. Так, давайте пузыри. Черемихин Вячеслав. Вячеслав Черемухин будет у нас в таких прекрасных эргономичных ластах. У него уже есть, кстати, для того, что рюкзак у него уже есть, куртка. Так. Здравствуйте, Вячеслав. Хорошие ласты, кстати. Неплохие. Черные, как раз как вы хотели. С носу нет. Так. Покажите документ и забирайте товар. Много еще осталось у вас таких ласт на спинке? Да, ласты еще есть. Размеры поэтому... разные или они унисекс? Размеры разные. Три варианта. Маленький, средний, большой. Поэтому на всех хватит всех отдельных. Отлично. Так, ласты наручаем. Диана несет ласты, помогает, отдает мне микрофон. Идет красиво фотографироваться с победителем. Вот Григорию. Движется к Григорию. Фу, еще один приз. Ё-моё. Прекрасно. Спасибо большое, Укдайв. Так, хорошо.
И финальный приз у нас для дайверов опять от Dive Together. Просто какой-то у нас фонтан щедрости мальдивской. И это сертификат на бесплатное участие в Dive Safari по Мальдивам. Недельное сафари от Dive Together. Давайте, жгите. Ребята, очередное сафари от Ирины Бридановой. Вы видите ее слева от сцены в красном платье. Это она предлагает этот приз. Давайте посмотрим, кто будет победителем. Ребята, сафари на Мальдивах, наверное, многие уже были. Знаете, что вы можете увидеть за одну неделю 12 видов акул. Толстых Мария, поздравляем! Ну, видимо, там в компьютере галочка сработала, только девушек называть. Ребят, смотрите, 12 видов акул, скаты, черепахи, манты. Ура, поздравляем! Ну, знаете, дайвинг в Турции едет в Мальдивы. У нас вообще такого не было еще ни разу. Мне. Спасибо большое. Так, ну я чувствую по лицу, вы хотели бы, конечно, сгонять. Ни разу не была на Мальдивах, это моя мечта. Вот так даже, вообще в точку попали. И это круто, значит, про Молдайв, 7 бегут за путевками. На какой стенд? C11-4. Отлично, идем фотографироваться, мы вас поздравляем. Все двигаются к Григорию. Поздравляем. Все идут, отдают мне микрофон, отдают. Так. Фу, дайверов удалили. Близка победа. Сразу стало легче дышать, как все сейчас идут, спокойно хоть призы поразыгрывают. Подводная охота начинается у нас практически скоро уже. Как учается, так и учается. Первый приз нам предоставила компания Субинатор. Раньше мы их не видели на нашей выставке, а сейчас видим. Штаб у них вообще в Севастополе. Ребята привезли большущую коллекцию. И ласты, и арбалеты, много чего полезного. Это конкретно ласты, разборные ласты с пластиковой лопастью. Можно поменять и взять нужный размер будет на стенде. У ребят действительно приятные ценники. Загляните обязательно, посмотрите. В наличии много товара, которые можно отсюда забрать с выставки. И это стенд D53. D это значит A, B, C, D. Вот по этому ряду. Так, разыгрываем ласты Субнатор. Литвицкий Дмитрий будет гонять неистово, но в ластах. Так, вот мне какой-то подарок несут заодно. Это приятно. Я рад вас видеть, Дмитрий. То есть вы взяли ребенка, типа нет у вас возможности показать паспорт. Ну ладно, мы верим уже, что ты, не звери, что ли. Все, я увидел. Так, судя по улыбке, ласты вам пригодятся. Спасибо большое. Мы сами стримы, и ласты все восстановили. Так вы вообще даже знаете, наверное, этот бренд? Конечно, знаем. Благодаря Олегу Дургину. Отлично. Все, друзья, забирайся. Видите, прямо вот как надо все случилось. Ура, не зря приехали. Счастья, хорошего сезона. Все в Крым нырять в этом году. Заберем у них чуть-чуть рыбу, а то они всю забрали себе. Так. Ага. Ё-моё, 11 призов еще. Кошмар. Так, все, аплодисменты. Уезжает Субинатор обратно. Откуда и приехал, собственно говоря. Сгоняли ласты в Москву, называется. Вот, сейчас обратно поедет на розыгрыш. Хорошо, следующие у нас ласты Крейси, которые предоставила компания Discus.
большущий стенд, да, который сразу же справа, при входе справа, где Сарган, где Кресси, где много-много снаряги. Это конкретно ласты Гара модулярные, продвинутая модель серии Гара модуляр для фридайвинга подводной охоты. Значит, ну, много тут написано хорошего, на самом деле просто классическая модель. Кто знает бренд Кресси, тот понимает. Еще кайф в том, что эта такая модель хорошая для зимы, потому что эта модель с большой галошей, это 46-47, то есть на толстый носок, если у вас 43-й, там 44-й размер, то как раз 46-47 это то, что вам нужно для подводной охоты. Так, и погнали от дискуса крессовские ласты. Синий киремян на рек. Здорово! Что могу сказать? Здравствуйте! Отличный! Вот ласты прям под цвет практически вот, в стиле теперь будете, да? Черно-серые ласты. Хороший приз? Я вас поздравляю. Удачи вам. Идите к Григорию, пожалуйста. Так. Я пока дальше подготовлюсь. О, кстати, есть еще запчасти. Вы чтобы вешать. Так. Ага. Что у нас дальше? Опять дискус. Дискус еще и Сарган Сталкер нам прибор дает. Опять 100 МТ, но с черными кнопками. Побрутальнее. Так, приборчик от Сталкера. Давайте мы нажмем на пузырики. Коноваленко Данил. Коноваленко Данил. Там какая-то эмоция на галерке. Видимо, есть у нас победитель. Все четко? Так, ну смотрите, мы вам передаем честно выигранный приз. Он ваш, вашего сына одновременно. Да? Давайте. Ура! О! Отлично, хорошее было вручение, мне понравилось. Так, еще одно, следующее будет вручение у нас. И вот, наконец, девчонки, ваш выход. Та-да-да-дам-да-дам. Так, выезжает гидрокостюм Салимар Гарда Крипсис. И красивые девчонки будут лично его вручать. Будет красивая фотосессия. Значит, смотрите, да, прямо вот бомба. Вот. Я бы на месте рыбы не уплывал, а приблизился, чтобы понять, это такого раньше не было в моей реке ни разу. Да? И вот такая штука. Вот просто завораживает. А, и, кстати говоря, если без шуток, то очень приятно, конечно, выглядит вот это все. И внешнее, и внутреннее, вот это все, вот, вся эта эластичность, она вот хочется. Вот. Значит, понятно, что нужно всем. Вот. Понятно, что радость вы должны увидеть максимальную у того человека, который победит. Ну давайте пузыри и будем решать, кто заберет салаймаровский чудесный костюм Крипсис. Итак, Казбо Демьянов, Олег. Здорово.
Вот. Плавал Олег, плавал. И, видимо, продолжает плавать, да? Что? Дальше? Ну хотя бы 3 секунды, да, дать Олегу? Раз, два, три. Нету. Эх. Вот так прилетела удача мимо. Давайте. Новые пузыри. Девушку, девушку давай. Кашпиров Роман. Есть. Есть. Отлично. Ну, сейчас мы поговорим с Романом по душам. Угу, хорошо, есть. Роман, вы подводный охотник? Да, подводный охотник. Хорошо, какого цвета у вас костюмчик? Вот такой, как я. Ну, вот даже, да? То есть вот такого еще не было. Хорошая вещь. Я вас поздравляю с души. Ваша задача взять этот костюм, взять веселых девчонок и идти к Григорию делать крутую фотосессию. Справитесь? Давайте. Аплодисменты. Никто не завидует, все радуются. У кого-то не одного костюма, у кого-то два теперь. Расцветки. Все, нормально, здесь надо фотографировать. Я не могу оттаскать, все разрушится. Все, облепили. Облепили манекен, сделали фотосессию. Можно, можно немножко, но так очень аккуратно, так, да, вот так, для кадра, отлично. А улыбка там есть вообще хоть у кого-то, кроме манекена? Чудесно. Все, спасибо большое. Аплодисменты. Значит, вам выдадут на стенде такое же, но только без манекена. Вот на стенде Сулеймара. Мы вас и запомнили. Подойдите сразу же после розыгрыша, скажите, что вы Роман, и вам нужен такой костюм. Хорошо, Роман? Все, договорились. Так, теперь Акватин. Акватин нам дает тоже костюм. По упрощенной схеме костюм выглядит в виде сертификата. И вот так, классно. Так, все, давайте даем микрофон, да? Вот, любой, берите и рассказывайте. Добрый вечер, мы рады приветствовать всех на лотерее. Мы дарим индивидуальный пошив, костюм для подводной охоты 3 миллиметра. 3 миллиметра, костюм для индивидуального пошива. Все, разыгрываем. Нет, почему вообще разыгрывать? Я заберу и все. Смысл какой? Пузыри пошли. Идут пузыри, давайте мы скажем о том, сколько стоит инт-пошив, например, пятерки у вас сейчас. Сейчас пошив на выставке пятерки стоит 12 тысяч. Ну, за 12 можно инт-пошить, и вам вышлют уже готовый образец. Через сколько? 3 недели. Потому что очередь, мы взяли много заказов. Стенд 2, 2, приходите, мы меряем завтра до 6 часов. На сегодня еще есть время. Отлично. Так, я проверяю, что там было написано. Там было такое написано? Все, пожалуйста. Отлично. Аплодисменты, гидрокостюм Хантер, крутяк. Да. Вы, пожалуйста, зайдите на Акватин. Двигаемся все на фотосессию. Спасибо большое Акватиму. Время пришло. Это Юра Козловцев, наш прекрасный друг нашей выставки и производитель ружей «Каюк». Юра ко мне перед началом подошел, говорит, если можно, можно я быстро первым вручу все приз и пойду дальше работать? Я говорю, Юра, я приложу все усилия. Вот как раз так и получилось. Я рад приветствовать вас всех, дорогие подводные охотники и им сочувствующие на этом фестивале.
Думаю, что выражу общее мнение, если скажу спасибо строителям лица Георгия. Потому что в это сложное время, когда мне из Белоруссии было практически невозможно въехать на автомобиле и привезти всю свою продукцию сюда для того, чтобы ее увидели, Георгий сделал пропуск. На границу я приезжаю, называю свою фамилию, представляю автомобиль, на котором езжу, они смотрят списки, а я в них есть. Замечательно, это трудная работа. Я это оцениваю. Спасибо большое. Про контрабанду, про все остальное, все знаю тоже. Да. Я представляю торговую марку «Каюк» в единственном лице на сегодняшний день. Производятся в серийном производстве две модели моей продукции, которые представляются в 64 вариантах, модификациях. Я думаю, что у вас ассортименты не имеет ни один производитель. Все вы это можете увидеть на моем сайте kayuk.ru либо kayuk.by, это близнецы сайты. Мы участники выставки, которые производят продукцию для подводной охоты, для дайвинга, имеем уникальную возможность раз в год показывать свои новые разработки на этом замечательном фестивале для того, чтобы вы их оценили. И можете мне поверить, что очень приятно слышать всегда добрые отзывы о том, что ты сделал. Спасибо вам за это все огромное. Ну и сейчас я хочу по розыгрышу вручить одну из моделей моего изделия. Сейчас мы, наверное, увидим этого человека. Обязательно увидим, пошли пузыри. А я от себя, конечно, еще раз хочу поблагодарить Юру, потому что, как он правильно сказал, в это странное время взять себя в руки и все-таки решиться пересечь границы. И до конца не буду еще уверен, что все получится, но Юра с нами, и вот это дорогого стоит, что вот здесь мы смогли увидеть всех, кому мы привыкли за эти годы. Спасибо большое. Нифига себе, сказал человек. Вот те раз. 6 лет езжу первый раз, да что ж такое, вот наконец, да? Ну, реально хорошая штука, да? Я вас поздравляю, Юра лично вручает. Идем к Григорию. Так, движемся к Григорию. Юра, вот туда надо всем идти, на фотосессию. Так, отлично. Это что такое опять еще? Раз, два, три, четыре, пять. Все не кончается никак. Да что, блин, такое-то, а? Я понял, понял. Сейчас тут все, смена кадров произойдет. И мы, да, и мы пойдем опять. Спасибо большое, Юра. Все на стенде рука, пожалуйста. Кроме оружия, огромное количество аксессуаров, как всегда, очень полезно. Так. И снова Украин с нами. И у нас вручение набора. Раз-раз. Опять Диана с нами. Набор – это носки, перчатки и маска, да? Ну, комплект номер один есть у всех, маска трубка Ласты. А это необходимый комплект номер два. Запасная маска, носки и перчатки 5-миллиметровые, чтобы нашим любимым охотникам было не холодно, комфортно заниматься своим любимым делом. Как только ток всегда разыграли отдельно, то отдельно все, сразу три предмета уйдет в одни руки. Погнали! Морокин Роман. Улыбается Роман. Ну вот видите, как хорошо. Вот когда человек надеется и верит, все хорошо случается, да? Так, раз, два, три, Диана. Кучки, три штучки. Да. И на Окдайв не забываем, подводные охотники, заглянуть. Много полезного товару, который нам пригодится. Движемся на фотосессию. Стойте, и еще раз снова всех хочу пригласить на наш славный стенд, где много очень всего интересного, эксклюзивного, что посмотреть, и шикарные скидки. Стенд D5-1. Ура, спасибо Окдайву. Так, движемся на фотосессию.
Отлично. Аплодисменты. Так, у нас следующее. Это маска Кама Грин, а так вы Дискавери. Прекрасная такая камуфляжная, двустекольная маска с уменьшенным подмасочным объемом, зеркальная. Вот. А Аква Дискавери мы знаем. О-хо-хо! И как продавца? Так-так-так. Так, значит, Аква Дискавери — это у нас не только гидрокостюм, да? Это еще и маски. Вот, поэтому загляните на стенд Аква Дискавери, полюбопытствуйте, что там есть интересного. Так, нажимаем. Кулилин Андрей. Юра, а девушки бывают у нас? А? Девушки бывают у нас? Нет, ну тут мы девушек скучили, они были у нас там где-то в дайвинге, фри дайвинге. Здесь мы решили только мальчиков. Конечно. Так. Юра, вообще это неправ, понимаешь? Все четко. А смотрите, хорошая маска, да? Ну, классно. И коробочки, кстати. Значит, берите маску, коробочку и держитесь, пожалуйста, Григорию. Мы вас поздравляем. Жор, дискриминация. Ну, дискриминация, ну что, коррупция, дискриминация, все, что мы любим, да. Так, разгрузочка, хорошо. Разгрузка неопределенная, сейчас будет скоро у нас. Спасибо большое. И гидра, ребята, дают нам разгрузку неопреновая, корсет. Вот такая прекрасная, компактная, под 6 грузов, вещь хорошая. Так, выбираем победителя. Морозов Назар. Так, что происходит? Телефон принесли? Хорошо. Есть, есть, да, все в порядке. Спасибо большое. Это ваша разгрузочка. Держите. Спасибо большое, что пришли на выставку. Удачи вам в сезоне. Всех благ. Да. Так. Осталось у нас два. Два приза, два. Можно пойти отдохнуть. Вот это номер тут движется к нам. Вообще. Вообще призище. Нет слов. Так. В приз входит мужчина. Велосипед. Маленькая доска. Все это вместе. Значит, друзья мои, в чем концепция? Да? Концепция в том, что эта штуковина, да, это Сибайк, все мы знаем, она может быть в спарке с этой прекрасной доской и, соответственно, работать на благо подводной охоты. Вы перемещаетесь, вот вы ее просто пристегиваете вот сюда. Есть такая пристежка тут. Вот так она пристегнулась. Вот, соответственно. И вот на этой штуковине можно преодолевать какие-то пространства прекрасные. Разложили. Вот, легли, крутим, доехали, соответственно, заякорились, ныряем, здесь можно прицепить ружье и, соответственно, отдыхать. Прям вот такая вот суперсистема для перемещения по акватории. Вот явно такой штуки мало у кого есть дома, поэтому я завидую человеку, которому достанется. И давайте, вот, кстати, видно, как все это работает. Сейчас, конечно, девушка, понятно. Так. Кто же это будет? Морозов Александр. Подстава, ну подстава. Ну подстава, ну что, ну подстава, ну что сразу же. Морозов Александр есть у нас или нет? Нету. Ну и ладно, что. Жалко, конечно. Давайте, нового крутим.
Фомин Роман. Роман, здравствуйте. Сейчас я спрошу, Роман, есть ли у вас такая штуковина? Он скажет, конечно, есть. Конечно. Нет. Понимаете, Роман, у нас важные условия. Мне нужно, чтобы вы действительно в течение этого сезона испытали это где-то на какой-нибудь озере, еще где-то, и прислали свои впечатления лично мне. Я вам дал свою визитную карточку. Вы договорились? Это условие. Серьезно, потому что иначе нам не собрать данных о полевых испытаниях. Я правильно формулирую? Все. Я вас поздравляю, двигайтесь со всей вот этой вот всей штуковиной вот туда, все вместе, на фотографическую сессию. Вот. Тут так, много девайсов запасных, какие-то сумки, чехлы, тут вообще. А вот насос, сама доска, еще и подводный велосипед. Я думаю, что еще надо вот к этому набору вот костюм Крипсис надеть, чтобы окончательно ввести в ступор просто всю местную щугу, вот, чтобы просто все замерло просто в оцепенении. Так, это самое приятное мгновение нашей лотереи. Мы добрались до финального приза. Так, спасибо большое, Сибайк. Друзья, это было чудесно. И теперь снова мы устанавливаем красный блин. Красный блин устанавливаем. Фиксируем скорпиновский костюм. Так. Скорпин Айколайн, 5 мм. Этот гидрокостюм создан из неопрена шейка с использованием натурального сырья, некоторых вторичных материалов и применения экологичных технологий. Вот, в общем, вещь нужная, хорошая и недорогая. Жень, кто расскажет подробности? Давай. Здравствуйте, друзья. Пару слов. Меня зовут Евгений Царёв, представляю бренд Скорпена. В данном случае это гидрокостюм под маркой Рубикон. Нашей компании в этом году исполняется 30 лет. На футболках можете видеть у нас у всех сотрудников нашей компании эта цифра. Она для нас знаменательная, и она представляет нашу переходный период, который ознаменован выходом новой коллекции, новых технологий, о которых сейчас расскажет мой коллега Виталий Рыжий, который является ведущим амбассадором нашего бренда. Всем привет! В общем-то, хочу сказать, что будет костюм не 5 мм, а 7 мм, но он более востребован в наших широтах, как бы, чтобы он был теплее. Костюм сделан из самого продвинутого материала шейка, S-класс, то есть самый мягкий, с покрытием из нейлона, полуанатомический крой. Размер мы подберем любой по вашим параметрам, собственно говоря, поможет. Ну, в общем-то, все, что нужно, есть защита коленей и правильный крой, скажем так, для русских подводных охотников. Поэтому вот такой вот прекрасный костюм сейчас мы разыграем и надеемся, что он достанется самым нуждающим. Айколайн, потому что используется клей на водной основе, то есть экологически чистый, без растворителя. Это очень важный момент. Весь мир сейчас стремится поддерживать экологию, и мы тоже в том числе. Стоит семерка в районе 13 тысяч рублей. Пузырики. Серёв Николай сидел, ждал, дождался. А дождался ли? Кстати, просто уходят люди. Это просто покидают зал люди. Дождался? А, дождался. Николай. Да-да. Как в табачке, правильно. Николай, вы счастливы? Первый раз приехал. Ну, откуда? С Королёва. Как Королёва дела? Неплохо, бедно. Мы поздравляем вас. Забирайте товары, фотографируйтесь. Так, товарищи, это было чудесно. Женя, спасибо за поддержку. Друзья мои, да, еще предлагаю поблагодарить Георгия. Это все-таки его заслуга, что он в этом году все-таки взял на себя эту ответственность и тяжелый труд организовать выставку в этом прекрасном гостином дворе.
по большому счету, очень красивая выставка получилась. Надеюсь, еще завтрашний день нас порадует многими новыми сюрпризами. Приходите, у нас будет круглый стол по фридайвингу в том числе. В общем, всех ждем в гости. Ура! Да, завтра еще целый дежурный день. Значит, сейчас через 15 минут аккуратно покидаем площадку. И все же знают, что в следующем году, 17 февраля, здесь будет выставка очередная. Поэтому можем заранее брать билеты. Февраль, наш классический месяц. Спасибо, что вы все здесь были, друзья мои, со мной. Я пошел отдыхать. Всем спокойной ночи.